Очень рад вас видеть. I'm happy to see you. Я рад видеть сейчас вас уже в более спокойной. Films and you can help us with that. Очень важно. Очень. Вы всемирно известный человек, я бы сказал бы, не предложением. Конечно, сейчас нет. To make movies. You have year-round good weather. These are all the things that people need to make good. Спрашивать образ жизни, вашу жизнь. В России. Russia. Россия очень большая страна, очень огромная страна. Конечно, мы край, в котором исторически снимались фильмы. А ваш огромный опыт не только как актера всемирно известного, а как человека, который знает, как делается кино, как сделать фильм успешным. И поэтому можем рассмотреть вопрос о том, чтобы в Краснодарском крае появилась своя киностудия, и для нас это очень значительный рывок вперед. А киноиндустрия сегодня это очень и как бизнес выгодный, но и с точки зрения нравственности, которая сегодня должна быть, в том числе и в фильмах, может делаться в том числе и с помощью вашего таланта, только уже в России. I mean, this is not my first time here in Krasnodar. Мне нравится идея с киностудией. Здесь есть горы, море, города, прекрасная инфраструктура. Это как раз то, что нужно кинематографистам. Это действительно хорошие перспективы. Моя задача в этой ситуации – просто популяризировать этот проект и находить людей со всего мира. Человек мира и... And some movies. We just need to come up with together.